кто-нибудь когда-нибудь ел дуриан? Вот здесь за 200, но нам его за 100 продают, скидку. А мы не знаем даже, как есть эту штуку. Но пахнет она пипец, конечно. Она у нее такой сильный запах. Теперь нам объясняют, как надо это есть. Таблетку есть нельзя. Сейчас, ну дай попробовать, что за фигня, я тебя не понимаю. А this not, да? Yes? Все, короче, внутрянку нельзя есть. А, то есть вот это? Все, я понял, там вот внутри штука. Вот ее есть нельзя. А вот это я сейчас попробую. Я не понимаю. Она похожа на мягкую капусту. Сладкую. Thank you. В общем, она по вкусу как капуста. Точнее, не по вкусу, а по консистенции она такая, как капуста. Как будто ты берешь тушеную капусту и ешь. Но по вкусу она сладковатая. И я даже не знаю, как это описать вообще. Ты можешь описать этот вкус? Фигня какая-то. Фигня? Я не знаю, как это доедать. Ну, я доем. Короче... Там один вкусный фрукт. Но он вкусный потом для кого-то. Как мужики. Мы ее все равно с собой таскать не можем, она воняет. Они же даже выбирают отдельные места. Вот такая вот... Как тебе, конечно. Я не знаю, почему он столько стоит. Ну, стоит, да. Дорого хотя стоит. Хотя она скидон дала. Ты куда сейчас все у тебя провоняет? Так, давай ее сюда. Пакетах. И что, мы с собой носить будем? Да. Я бы даже сказал, что эта штука похожа чем-то отдает, может, даже немножко цветной капустой. Короче, какая-то тушеная, типа цветная капуста сладкого вкуса, вот и все. Мне кажется, так похоже. Как думаешь, не похожа она на цветную капусту? Похоже и вот из-за этого немножко такого запашка. Капуста, она тоже так пахнет немного.